Погиб на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло 18 октября на проспекте Строителей, примерно в 3 часа ночи. Водитель «Шевроле Лачетти» на «Зебре» сбил мужчину. От полученных травм 37-летний саратовец погиб на месте. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв. Следователи просят откликнуться очевидцев ночного ДТП. Сообщить информацию можно по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах.